этой витрине документы моей мамы. Моя мама пережила блокаду Ленинграда. Была эвакуирована сюда, в Самару. Мама Тамары Григорьевой проработала в 163-й школе больше 30 лет, написала книгу о жителях блокадного Ленинграда. Теперь ее документы и военные награды – экспонаты музея. И таких историй здесь немало – фотографии, инсталляции, личные вещи отличившихся учеников и преподавателей 163-й школы. На стендах и витринах более 200 предметов. А это интерактивная площадка, посвященная школьникам советского времени. Здесь все можно трогать. Взять в руки портфель, повязать пионерский галстук и почувствовать себя учеником прошлого века. Идея создать музей истории школы появилась 3 года назад. Тогда и начали собирать экспонаты, что называется, всем миром. И вот сегодня музей встречает первых гостей. Собранием экспонатов занимались не только учителя, но и ученики школы. Кто-то принес термос, кто-то принес гитару, кто-то принес гусли. То есть каждый внес свою частичку сюда какую-то. Но, естественно, экспозиция будет пополняться. И мы будем вести активную работу с детьми. Они это очень ценят, они это очень любят и воспринимают на ура. Они готовы быть ведущими, они готовы приносить экспонаты, они готовы обрабатывать, их регистрировать. То есть они очень заинтересованы. Планируется, что гостями музея станут не только ученики 163-й школы, но и дети из соседних учебных заведений. Двери открытые для жителей микрорайона. Музей, уверены его создатели, для всех станет комнатой общения. Алина Чемерез, Дмитрий Мешканцов, «События».